А в Луганске в эти минуты идет бой. Нам удалось получить комментарий от Валерия Болотова. Глава Луганской Народной Республики сообщает последние подробности. Перестрелка между украинскими силовиками и ополченцами идет в микрорайоне Мирный. Армия применяет гранатометы. Выстрелом в голову убит ополченец. Есть раненые. Над городом самолеты украинских ВВС обстреливают Луганск. С 5 утра ополченцы взяли под контроль патронный завод. Началось часа 4 утра, завязал собой. На окраине города находится эта пограничная часть, это как штаб пограничный. Бой он блокирован, пограничный застав, часть там традиционная война. Где-то около 3 раненых, один убитый.